Понеслась, ребятки. Что, после захода в подземелье Джошуа немножко побледнел у нас, и картинка возвращается на прежнюю. Мы все уставшие, вот, но я даже не знаю, сейчас посмотрим, оценим. Ян Янсен, есть еще какие-то ускорения у нас? Да не, мы все уставшие, у Имайн, по-моему, тоже не было заклинания ускорения, но в принципе, мы под бафами еще можно сделать хотя бы разведку местности прилегающей, да? В казармах я ничего не пропустил, теперь мы должны дуть в северные туннели и сходим туда уставшие, может там отдохнем. Где-нибудь еще кто-то говорит, что такое происходит? Что-то происходит, ребята. Где-нибудь еще, это что означает? Неплохо. Твой ответ не подойдет моей повелительнице Сендай, говорит мастер Беннон. Ты смеешь угрожать мне здесь, в моем собственном владении? Армия Балтазара становится сильнее с каждым днем, Сендай. Ты знаешь, чем это кончится? Ха. Убирайся и скажи своему хозяину, что я знаю, кто мои настоящие союзники. Ничего себе, какое коварство. Ребята, еще и Летида вижу тут. Пусть будет так, твоя судьба не ясна, Сендай. Твоя и всего твоего рода. Мастер Беннон, ничего себе. И он тпшится отсюда. Дроу какой-то приходит с двумя мечами. Капитан сказал, прости меня, госпожа, чужой вторгся в наш подземный комплекс, и стражники еще не сообщили об этом. Хнычущий слабак, я не могу терять свое время на такие мелкие беспокойства. Поставь рабов в северных туннелях, выпусти моих зверюшек в южных, к чужаку придет конец. Говорит Сендай, да? Не очень она похожа на ту Сендай, с которой я сражался в первом Baldur's Gate. Я пересмотрел серию, там была другая Сендай, какая-то из армии Амна, что-то такое. Да, госпожа Сендай, все будет, как ты скажешь. Катсцена, ребята, невероятная, да? И что, в южных туннелях у нас тут зверушки будут теперь, ну-ну. Так, мы выходим, получили уровни все, Ян Янсен еще уровень получает. Ну, Ян Янсен, давай поднимаем, что это воровской у тебя уровень. Замков, давай 140, поиск ловушек 140, например. Карманная кража не хочу, обнаружение иллюзий. Так, у тебя есть установка ловушек 110, пусть будет. Хуже не будет, бесшумность, скрыться в тенях, бесшумность. 45, Ян Янсен, параметр... Ну что, уклонение, это враждебное чувство, оно может спасти тебя на самом деле. Спас броски на 2, а потом будет совершенное уклонение. И тут еще что-то есть. Избежать смерти и убийства. Приравнять все удары к ударам в спину. Ну это может избежать смерти. Сверхчеловеческим усилием плут высокого уровня может избежать верной смерти, действует 5 раундов, и за это время спас бросок против смерти плута. Получает плюс 5, пункты здоровья увеличивается на 20, плут становится неуязвим для магии смерти на время использования. Давай защиту тебе возьмем, Янсен, что? А уровень как ты бросил нам? Спас борски поднял, посмотрите. Таху на единицу снизил, единицу умений и хп на единичку. Неплохо, Янсен. Так, вот тут еще не долутали, посмотрите. Янсен говорит, это упущение надо моментально поправить. Болты... суперовые болты дроу, а вот этими болтами будешь стрелять эту бутылку куда-то сюда, эту кольчугу, еще куча болтов, господи боже мой, сюда, сюда и сюда, болтов очень много действительно, ребята, становятся стрелы и все остальное. Так, бутылок уже такое количество, я не знаю, хоть бери и всем пей бутылки силы. Сколько у тебя? Одна, например. Сколько у меня было этих бутылок силы, а? Зелье силы огненного великана. Одна только, не так уж и много на самом деле. Сильно выпендриваться не надо. Были еще бутылки неуязвимости. 4 штуки. Потом посмотрим это все. Мне не хочется лутать. Вот. Янсен, ты давай сюда. Южные туннели где? Это непонятно. Тут проход только в северные. Куча трупов уже лежит. Они, собственно, ничего сделать не могут с нами. Давай, все, болты я не перестаю лутать, но вот эти крутые надо взять. На самом деле, для Янсена эту бутылку сюда, эти бутылки куда-то сюда. Контейнер полон. Еще лут остался, еще здесь, еще там лежит. Я не думаю, что тут кто-то будет, кто-то очень важный. У нас и так 81 тысяча, и
Особо париться не надо. Давайте легкая разведка северных туннелей, ребята. Тут две двери, кстати. Давай вот эти проверим. Открывается дверь. Легкая разведка, легчайшая. Янсен, была вообще невидимость какая-то у тебя, заклинание, а? Массовая невидимость, зачитывай. Ну. Что Янсен не может ее зачитать. А, надо по площади дать. Массовая невидимость. Небольшая иллюзия. Действуем невидимости все. Заходим в дверь, непонятно, что нас там ждет. Если там что-то жесткое, то надо будет... Может быть, выйти подготовиться, посмотрим. У нас паучки, непонятно, где мы находимся. Какая-то маленькая комната. Мы влетаем, наверное, на паучков. Ловушки могут быть пауканские, потому что паутину чувствуем, да? Мы всех разваливаем. Музон пошел. Пауки, чтоб тут не было самой королевы Лолт. Говорит Джошуа, да, и в поиск ловушек включает. Пикония, защиту от страха обновить. Вы подойдите сюда. Ловушку нашли тут же моментально. Надо действовать аккуратно. Янсен в тени. Подошел сюда и ловушку обезвредил. Видишь паука, я надеюсь, паук тебя не спалит. Да. Янсен, еще пройдись тут немножко мне. Поищи ловушечки. Еще пауки. Куча пауков. Янсен, ну что ты им можешь противопоставить? Паутину какую-то, а? Туман смерти куда-то сюда. Сандаль. Ох, они бегут на Янсена. Ох, он не успеет. Отступает Янсен, короче. Не успел. Янсена надо прятать опять-таки в тени. Пусть он отступит. Они его не должны увидеть. Начинается заваруха. Янсен готовит арбалет и стреляет. Все. Джоша пробили. Посмотрите. А Янсен выпивает последнюю бутылку. Ему надо моментально перекинуть еще бутылок. Перезаряжая арбалеты свои. Янсен, мы тебе 4 бутылки закидываем. Потянешь их, потянешь. Валим пауков. Еще ловушку нашли. Да-да-да. Ну вот этого валим. Так, хорошо, Янсен, операция продолжается. Спать хочет, я понимаю, Имен, что ты хочешь спать, но не в паучьем же логове спать, извини меня. Обезвредь. Чтобы огроменного паука не было, ребята, бы я очень могу испугаться. Поиск ловушек следующая. Так, обезвреживай. Поиск ловушек. Да-да-да, мы и передохнем. Только когда на поверхность выйдем. Ян Янсен, 2 шага вперед еще. Еще паучок. Еще 2 шага вперед. Тут какой-то серьезный. Лошарера. Это серьезный паук, говорит Янсен. Я дальше не пойду. Самостоятельно. Ну что, Имайен говорит, да и тебе не надо, тебе надо, Янсен, на самом деле. Какую-то вонючую тучу. Хаос, может быть. Облако убийца пойдет куда-то сюда. Кастуй, и тебя опять провидят. Ну, ты успел бросить, ты опять прячешься в тени и отступаешь. Вот и все. А облако убийца полетело, и паукам-мутантам причиняет урон. Все, Янсен аккуратно отступает. Мы паука разбираем. Они даже не поняли, что происходит. Они ускоренные бегут. Ну, этот при смерти. Но меня королева паучиха волнует. Викония. Поэтому я думаю, туда какую-то еще огненную бурю можно заслать, а? Это барьер клинков, ложная заря. Можно невидимого охотника призвать на самом деле. Призови. А ты, Имайн, призови тоже нам что-то. Фаербол куда-то туда можно засандалить. Например, вот куда-то вот сюда. Имен, серьезная задача. Фаербол пошел. Никому не нанесли урон. Невидимый охотник пошел. Джоша, у тебя еще было призрачный меч вызов. Да? Давай, невидимый охотник куда-то сюда. Меч пошел. Меч, главное, чтобы на нас не сагрился. И все, и там драка пошла с пауками. Ну давайте заходим. Поиск ловушек все еще работает. Меня волнует, срабатывает ловушка, надо перегруппироваться. А, спас-бросок прошел. Ох, ловушка серьезная, перегруппироваться. Янсен сюда. Обезвредить. Ну, классическое паучье гнездо. Тут не иначе, да? Атакуем вот так.
Ох, призрачный паук срывается на нас. Он достаточно медленный, но это еще ничего не значит. Он может быть опасен. Перегруппировываемся. Что-то нам тут отозвало. Он действительно очень медленный. Это, ребята, немного пугает. Атакуем паука-мечника. Что сделать по призрачному? Давай как минимум урок. И давай, не знаю даже. Повеление не пойдет. Какую-то стрелу славы. Он еще... Ты можешь... А, у него сопротивление магии. Значит, надо эти сопротивления ему снимать. Ребята, чтобы мы его могли пробить. Сопротивление магии снимается заклинанием, там, сердечко, вот этим. Снижение сопротивления. Кастуй. Пытаемся лупить его. Ох, он ваншотает просто. Слышишь? Ну, Джошуа, что здесь что делать? Не знаю. Ударь один раз, отступи. Так, ударил. Легкие раны отступил. Корган, давай берсерка. И лупи его. Сопротивление вроде сняли с него. Корган его лупит. Серьезные раны. Это лошара не особо опасная на самом деле, судя по всему. Потому что мы ее разваливаем, но она призывает тут что-то. Ребята, кучу пауков. Вихревой паук, да? Главное саму лошарау вот эту завалить. Что сказать тебе? Надо тут, наверное, помощь какую-то. Попробуй магией вот так. Попробуй магией. Кислотная не сработает, огненная сработает вот так здесь. Сила, скорость и вихревая атака, чтобы ты стреляла просто по ним и поддержала вот так. Так, вроде бы лошарау вот эту завалили. Никого из нас не травят. Не, вроде справляемся. Вихревой при смерти. Надо блэс какой-то читануть, Викония, слышишь? Скулбрейкер, да? Подходим, читаем блэс. Элементарное заклинание. И в это время Янсен, невидимость, поиск ловушек, продолжает свой извилистый путь. Находит еще ловушку и ее обезвреживает. Так, хорошо, Янсен. Да-да-да, Янсен, мы поняли. Блэс пошел, но не по тебе, но тебе и не надо. Ты пока под инвизом. Еще нашел ловушку обезвредить. Так, ловушек просто куча тут целая, ребята. Огромная паутина. Еще паучки. Ты не спалился мне тут, Янсен. Срабатывает ловушка. Ага, Янсен ее обнаружил. Ну и это, ну и все. Можешь что-то туда дать? Ну, фаербол какой-то дай. Кектус, не успеваешь ты читать, Янсен. И получаешь из-за этого, да? Тебя отравили? Не, вроде нет. Фаербол пошел. Паука берем. Янсен перегруппировывается с арбалетом. Да? Все, кто-то там кританул. Что происходит? Что-то происходит? А, Имайн уровень получила. Рубим следующего. Забрали его. По 9000 опыта дают за этих пауков. Посмотрите, ребята. Скулбрейкер. Тут что такое фазовый паук? В тыл нам врывается. Рассредоточится. Так, забрали фазового. Перегруппироваться. Пауков берем даже уставшие. Блэс работает. Поиск ловушек обновить. По-моему, он закончился. У тебя песен еще есть. Давай обнови. Поиск ловушек пошел. Еще два шага вперед. Следующий паук ускоренный. Получает стрелу. Готов. Еще пару шагов вперед. Набегают на нас. Атакуем. Паук-мутант. Пробили Коргана, но он регенит. Ему наплевать. Этого уничтожили. Ловушек давно не было. Еще один фазовый, да? В тыл нападает. Ну а мы перегруппируемся сразу, что? Что ты думал? Атакуйте его. Так, этот готов. Еще нападает паук. Чтоб сейчас тут какой-то супер огромный не напал. Ребята, я так без разведки бегу, просто капец. Сохранимся. Нельзя сохраняться во время боя. Можно. Если осторожно, говорит Ян Янсен, опять прячется и поиск ловушек. Такое ощущение, что тут будет паук-босс какой-то. Это фазовый. Янсен, не нашуми тут только сильно. Ну, пару паучков. И какой-то проход. Янсен возвращается, говорит, ничего страшного, капитан. Критани ему, слышишь? На тебе сюда. Это был крит. По-моему, из арбалета нельзя критовать. Он фазовый, он телепортируется на Янсена. Срабатывает ловушка. Вот это, Янсен, ты даешь. Не нашел ее.
Слышишь, ну ты спас-бросок пробросил. Отступи, найди. Виконья, поиск ловушек. Виконья. Виконья, ты тут должна в этих паутинах? Как у себя дома быть просто. Нашла ловушку. Янсен, быстро обезвредить. Янсен, надо было к эпицентру ловушки. Ну, у нас пас-броски срабатывают, ребята. Блэс сошел. Виконья смело ходит по подземелью, по паутине просто. И не боится сорваться. Видимо, шутка про паука, которую Виконья там в начале первой прошлой серии шутила про Янсена, она не зря. Потому что так у нас и получается. Да, еще нападает паук. Виконья возвращается. Мы его валим. Да-да-да. Командир тоже причем. Нападает на Виконью, элементарно мы его разбираем. Еще срабатывает ловушка. О, а вот это уже сработало по командиру. Диспел я бросать не хочу. Мы пройдем вперед. Еще паук-мутант атакует. Готов. Так. Эффект почему-то ловушки это не отображен. Отойдите отсюда. Что-то плохо ищешь ловушки на самом деле. Давай поднимаю вот так. Сохранимся и имейн поднимем уровень. Что-то маги так уровни получают, ребята. Аж мне страшно. Ты 18 уровень, сейчас 19 будешь получать. Так, он на единицу. Дополнительное заклинание мага 8 уровня. Единица здоровья, единица. Параметры какие-то супер заклинания получишь. У тебя тоже есть вот это. Но надо, наверное, что я тебе хотел взять? Планетара. Темного планетара. Комету мы взяли. Улучшенная готовность. Все школы. Пауза между чтением заклинания. После прочтения маг может читать новое заклинание немедленно после окончания предыдущего эффекта. Два раунда она может закидывать просто. Это может быть очень критично. Я так понимаю, что это абилка. Да. Сейчас мы это проверим. Это абилка все-таки. Нет, это не абилка, это заклинание. На каком оно уровне, имейн? На 9-м его нету. Остановка времени. А, оно на 9-м, да. Ох, лучше бы я что-то другое взял, конечно. 8-й уровень, что тебе взять? Лабиринт, взрыв. Взрыв пойдет. 7-й. Лучше бы я тебе начал 7-й, 6-й, 8-й вот эти дополнительные спылы брать. В книжку заклинаний. Ну, мы успеем еще, я думаю, уровни набрать. Главное, имейн не потерять, в конце концов. Так, Джошуа отошел. Мы идем дальше. Еще тут нападение. Сбоку. Пресечено. Так, бафы спали. Еще поиск ловушек. Обновить бафы, обновить обязательно. Песня на сей раз пойдет. Поиск ловушек. Может, не ищутся ловушки, потому что мы действительно уставшие. Блэс пошел. Элементарный. Тут прохода нету, да? Я понимаю, все хотят отдыхать, но не в паучьем же логове, да. Это выход какой-то вообще. Да, выход, ребята. А куда ведет, непонятно. Сохранимся. Я в этом логове отдыхать не хочу. Мне вообще хотелось бы на улицу выйти, вот, чтобы отдыхать. Но посмотрим, куда приведет проход. О, тут серьезно все. Это у нас южные тоннели, да? А можно было идти сразу в северные. Ну, попробуем тут отдохнуть. Наверное, устан же дост. Что нам надо для отдыха? Какие-то диски, может, призови. Я не знаю. Что еще можно призвать? Ауру пламенной смерти хотел затестить. Плащ страха и лема призови. И все. А тут парней просто можно призвать, я думаю. Парни есть, если ты гусеница. Вот так вот. Мы попытаемся отдохнуть на входе в южные тоннели, ребята. Сохраняшка. Сохраняшка, говорю. Сохраняшка пошла. Прожимаю отдых. Ну, часов 16 как минимум, если никто на нас не нападет. Так. Нападает дроу. Большая пачка. Что делать? Разворачиваться и сражаться с ними. Да. Янсена подальше.
Дроу не дадут отдохнуть. Этого валим, клинки летят. Этого валим. Клинки и виконии летят, этот попасть не может. Все. Да. Надо развернуться вот таким вот образом. Хорошо. Второй раунд отдыха. Наглости набрались, кошмар. Просто у дроу в Underdark отдыхать в этих подкопах ихних. Ну-ну, еще двое дроу. Так, трое Янсена пробивают. Слышишь, чтобы не убили тут, отступи. Сейчас сныкайся. Так. Так. Мази пробили. Отступи. Как они подло нападают в ночи, когда мы спим. Корган, твоя очередь была быть. Заснул на посту, наверное, да? Сейчас третий раз отдыхаем. Если не дадут, то придется, ребята, выходить, наверное. Какой-то общий хил. Общий хил есть у нас. Общего хила нету. Ну давай тогда ты мне защитную гармонию зачитаешь. Третья попытка отдыха. Говорят, не можем сейчас отдохнуть. Все мы можем. Еще дроу нападают. Не, нам тут не дадут отдохнуть. Надо в город. Мы в план можем вернуться. Че я парюсь? Валим дроу, возвращаемся в план. О. Я что-то начал париться сильно. Этого валим. У Имаен закончились стрелы. Имаен, иди сюда. Так. Не по плану все пошло. Стрелы закончились. Не волнуйся, Имаен. Мы тебе передадим вот эти. Ты их берешь сюда. Кроме того, ты берешь. О, стрелы вообще в принципе заканчиваются. Берешь вот эти хорошие. И имеешь чем стрелять. Валим дроу. У тебя что, у тебя тоже закончились, да? Ты можешь из этого лука стрелять без проблем, только отступи. О. Что мы там разваливаем? Янсен под оком своим дерется, дай боже просто. Стреляй по нему просто. Дроу положили, по 5000 опыта за них дают. В карманные планы и отдыхать. О. Щик. Ха-ха. Интересно, можно сбежать из битвы? Если там какая-то жесть будет. Карманный план. Заклинание обращения может быть использовано для отражения, мы знаем. Серьезное заклинание. Заслуженный отдых. Тут никто не потревожит. Сны не снятся нынче героям, хорошо. Что, возвращаемся? Думаю, сохранимся. И можно... Я сделаю перерыв небольшой, и будем возвращаться, ребята. Перегруппируемся. Надо бафаться. Ну, надо будет бафнуться, наверное, какие-то элементарные, опять-таки, защиту от страха, как минимум, она, потому что длится час. Какие-то, не знаю, поиски ловушек зачитать. Уже там зачитаем. Вот, перерыв небольшой. Продолжается запись, и тут у нас адамантитовая пыль появилась. Кучка адамантитовой пыли, образовавшаяся, видимо, в результате взаимодействия снаряжения дроу с дневным светом. Я не хочу ее в обители великого бала оставлять. Это, наверное, болты дроу обернулись этой пылью. Мы возвращаемся, ребята, в южные туннели и будем там совсем разбираться. Элементали отозваны? Естественно. Страшная музыка, говорит Ян Янсен. Сейчас мы спрячемся в тенях с поиском ловушек, пройдем немного вперед. О. Хочу сделать разведку совершить. Так. Направо, лево, это понятно. Какой-то подмост, тут несколько дроу. Жрица, говорит Янсен, может быть опасно немного. Напоминает мне о тех временах, когда ловушка установки времени неплохая. Нет, и вот эту поставь. Янсен говорит, сейчас я тут деятельность более чем бурную разверну, да? Тут у нас что? Поиск ловушек не забывай. Так, тут у нас какие-то купола. Слушайте, это похоже на корабль. Что такое? Группа получила опыт 2000. Паук-мечник тут патрулировал. Ого, тут появилось. А ну, Ян Янсен, возвращайся обратно. И, судя по всему, пора кастовать бафы и влетать тут, короче, и без лишних слов. Янсен возвращается, сейчас попробуем это все вынести на храпом, да? Значит, Имаен. Ускорение. Не надо пугать этим музоном только. Корган, бутылку сопротивления здесь. Песен, наверное, какую-то элементарную.
здесь приготовить сразу вихревую атаку. Далее Джошуа железную кожу. Что еще? Я больше такого ничего не надо. Ускорение пошло на всех, кроме Янсена. Не очень хорошо. Янсен может себе свое собственное организовать, да? Наверное. Или из бутылки выпить просто. Чтобы не отрываться от коллектива, да? Янсен, тебе масло скорости одно выпишем. Выпишем. Янсен расписался в получении. Выпил бутылочку. Что еще сделать? Какой-то доспех какой-то можно начитать. И нужно обязательно защиту от страха обновить. Это мази займется. Попробуем сейчас немножко влететь на молодых людей, а? Тут берсеркер пошел. Готовы? Готовы, влетаем просто. Всех разрываем на части, на куски. Так, этих валим, валим, валим. Просто на части. Викони может тоже зачитать кучу всего. Этих развалили. Этих развалили, тут перегруппироваться. Так, хорошо. Защиты магические. Вот эту. Дров большой, отряд достаточно. Влетаем на них. Ух, тут много их, ребята. Так, ну надо бафы снимать в первую очередь, наверное, с них. Поэтому летит боевой диспл. Они охраняют вход куда-то. Вход куда-то. Боевой диспл пошел. Джошуа просто не убить. Но надо их разваливать потихоньку, Ян Янсен. Что там, эмоцию какую-то? Хаос не пойдет. Эмоцию можешь им дать на самом деле. Или великое проклятие, чтобы они хуже попадали. Так, Джошуа замедлили. Недооценил их сильно. Удар пошел, великое проклятие пошло. Далее надо им дать, наверное, какое-то вот это заклинание. Так, главное, чтобы жрецы ничего не кастовали там. Янсен тоже ворвался, посмотрите. О, Янсена пробили. За Янсеном хвост. Говорит, за мной хвост, командир. Этот дроу испугался уже. Стреляй давай по ним, выносим их. Мази, пора по ним стрелять. Вику уже пробили. Эту валим. Фокус урона. Дроу серьезные раны. Дроу арбалетчик. Дроу получает. Викония самостоятельно их разваливает. Вот этого развалим. Что за здание? Логово лича. Неплохо. Слышишь? Хорошо, что забафались. Валим дроу. Валим дроу номер два. Пакт заключили с личом, да? Мы тогда перегруппировываемся. Викония добавляет к общей пачке защиту от зла в радиусе. Что еще добавить-то такого? Я даже не знаю. Янсену какое-то вот это. Я не хочу сейчас персонажа еще терять. Вот Джошуа читает вторую железную кожу. Так, бафнулись. Посмотрим, посмотрим лича. Ребята, сохраняюсь. Может быть опасно. Логово лича, да? Заскакиваем. Смотрим лича. Так. Что тут у нас? Тут дроу. Поклонялись личу проклятому, да? Влетаем просто сюда. Вот и лич. Адаматрон. С кучей защит сразу начитанных. Но мы должны их поснимать. Я надеюсь, защитным хвостом Хелбена. Причем два раза сразу это заклинание использую. Остальные влетают на него. Раз, два, три. И четыре, атакуем его. Так, ловушка срабатывает, что делает, непонятно. Сняли эффекты с нас, по-моему. Без повреждений. Не можем его пробить. Значит, надо с него снимать еще защиты. Это делалось проломом, ребята, или это делалось вот этим? Пронзающей магией, я не помню. Пробуйте. Пробуйте, им надо снимать с него эти защиты, все кометы, это сейчас не поможет. Вот этот пролом еще попробуй зачитай, потому что оружие не работает по нему. А он уже кастует, стоп, заклинание смерти на Коргана, Коргану капец. Если спасбросок, нет, антимагические защиты сняты с него. Оглушение на Коргана, Корган, выживи, пожалуйста. Выживи. Истинное зрение, символ страха. Так. Корган бросил, кажись. Ошибка при чтении какая-то пошла. Но пробиваем его без повреждений. Да рубите его. Не можем снять с него защиты, ребята. Легкие раны, все, пробиваем его. Так, и тут надо, Янсен, чтоб ты подошел и иллюзии с него развеял. Вы валите вот этого. Теперь вы валите этого, который в центре, да? Не работает дальше оружие, опять надо снимать защиты. Но он защит поначитывал, дай боже, просто. Может, и им не успела снять защиты.
Так. Оружие до сих пор не работает. Янсен. Диспел можно простой хотите? Или тайное слово, чтобы снять защиты? Тайное слово слишком слабенькое заклинание. Спира хаоса, что еще у тебя есть? Лабиринт? Нужно же вырубать. Ну давай вот этот пролом, это покруче, по-моему. Быстрее, у него серьезные раны. Янсен, читай. Оружие не работает. Он опять в инвиз ушел. Так, он опять проявился. Тут давай вихревую атаку, стреляй по нему просто. Атакуйте его, пожалуйста. Не пробиваем, ребята, его, надо заклинание. Были жезлы у нас, но попробуй диспел вот этот боевой. Что, потому что не берем его. Оружие не действует на него. Он под защитой от магического оружия, да? Я защитные заклинания прочитал. Ну давай сопротивление, но это от магии, это не то заклинание. В коробке были еще, вот у тебя еще пролом. Читаем описание. Так, сопротивление магии, во-вторых, чары уничтожают одно защитное заклинание 8 уровня и ниже. Пронзающая магия. Одного защитного заклинания, малое заклинание поглощения, обращение, поглощение, сферу неуязвимости, вот это. Иммунитет к заклинаниям, сопротивление, а это чтобы снимать сопротивление магии, не-не-не, мне надо другое, Янсен. Мне надо с него снять защиты, которые от оружия, вот пролом, вот это. От обычных, от особых эффектов и физического урона, вот это щит, защитный круг, вот эта вся штука, да. Защита от обычных, защита от магического, говорю, вот это надо читать, пролом. Я начитал. Я начитал, вы свидетели, ребята. Внимание, надо еще раз, потому что капец нам может быть. Так, оружие не действует. Какая-то вонючая туча пошла, Вика отступает. Вика отступает, Вика кастует, наверное, магические вот эти снаряды. А ты, Корган, пьешь вот эту бутылку. Ловушка еще срабатывает, это не то, что нужно. Пробиваем лича, тяжелые раны уже. Джошуа лупит его, еще выпей бутылку. Так, все, завалили. 22 тысячи опыта. Ого, у него тут сердце какое-то. Перегруппироваться. Ну, крика я поднял, капец. Смотрим, что за безделушки у него. Рунный камень дроу. Тебе попались достаточные скал, покрытых рунами, чтобы понять, что камень размером с кулак, найденный у лича, защитит тебя от могущественной заклинания опеки. Куда его ложить, непонятно. Вика пробитая, кошмар просто. Это что такое? Камень из головки Эфеса. Заклинанием. Подаренный богом справедливости, воровской камень горит святым огнем. Если этот горящий камень вставить в рукоять меча добродетель, это будет оружие, способное сокрушить все зло. У нас вроде бы нет уже такого меча, да? И вот это сердце проклятого. Это древнее высушенное человеческое сердце. Оно берет свое название из легенды о человеке, которому оно принадлежало. Легенда говорит, что во время войны, о причинах, которые все давным-давно забыли, была разрушена башня. Хозяин башни знал, что стены скоро рухнут, и убил всех своих людей, чтобы они не попали в рабство. Когда нападающие ворвались в башню, они увидели лорда, стоящего посреди гор трупов. Лорд был сожжен на костре, и легенды говорят, что его сердце не сгорело. Сердце – артефакт зла. Злобной силы может быть полезным. Ничего себе предметики. Общий хил. Давай вот большой хил на Янсена. Ты организуешь общий хил. Так, развалили лича. Тут еще шмотки. Кроме всего прочего. Ну, потратил я заклинание на него капец просто. О, проломы что-то не действовали сразу. Вот тут мы могли бы вступить, говорит Ян Янсен. Собственно, что и произошло. И опять срабатывает ловушка, но ты спас-бросок у нас пробрасываешь, да? Родной поиск ловушек. Так, сюда, этот дроу тут был приспешник мерзкого лича. Сюда эти шмотки все. Противоядие, наверное, дают от пауков, но мы и так не особо от них страдали. И Янсена все забито. Инвентарь, арбалетные болты сюда. Янсен, это выброси. И вот эти арбалетные болты тоже приготовь. Сколько их у тебя уже? Очень много. 32. Нормально. Хил еще организовать, Викония. Бутылку выпей. Все. Выпей тоже бутылку, и все, и мы готовы. Продвигаемся сюда. Какие-то штуки. Ловушка срабатывает. Бутылки, череп, лича.
Череп лича был нужен. Это радужные брызги летят, но мы вроде бы избежали. Так. Ну, поиск ловушек. Невероятно. Неужели навыка не хватает? Неужели не хватает навыка у тебя, Янсен? Это снаряды. Бин Лиза. Это ядро плюс 4. Не знаю, и Виконии, например. Или Джошуа. Уже нет места, да. Из мастерского воровства, взлом замков, карманные кражи, не надо особенно. Три бутылки передай Янсен, он выпил там. Так, две, одну сюда. Имайн перегружена. Не страшно. И вот эти болты Янсену. Балетных болтов уже много, вот этих становятся. И Янсен. Вспышка-хлопушка мастера хорошей плюхи. Слышишь, вот это надо передать Вике. Что еще у нас? Ключи всякие, всякое другое, да? Тут еще стрелы были. Стрелы плюс 4. Наверное, сюда. Опознание это имаем надо. Плюс 3 стрелы. Ну, давай их в пачку. Например, еще одна вещь. Аккуратно надо идти, вдруг ловушки будут все-таки. Ты, Янсен, не расслабляйся. Неужели жреческое заклинание не ищет все ловушки, которые могут в принципе быть, а? Янсен. Ожерелье и золотое кольцо. Все, лича уработали. Ну, бафы еще работают. Ускорение не у всех, но у некоторых работает. Можно продвигаться где-нибудь еще, да? Очередная катсцена. Так. Госпожа, ваш план не сработал. Ваши слуги убиты, чужак продолжает продвигаться. Убитый? Чужак еще жив? Это вообще невозможно. Клянусь, это правда, госпожа? Простите, госпожа, но там что-то еще. Если ты ценишь свою жизнь, кончай мямлить и говори, капитан. Я знаю, что чужак потомок Бала, на нас напала стража Гарайна. Это еще что значит стража Гарайна? Я не подписывался. Почему мне не сказали сразу? Их надо остановить. Да, госпожа, каковы ваши приказы? Этот потомок Бала слишком силен, чтобы доверять его уничтожению тебе, капитан. Ты мне больше не нужен. Ага, вот так вот у дров все происходит. Диата, моя жрица, уничтожь чужака. Стража Гарайна не должна достичь этой комнаты. Да, госпожа, выполни этот приказ. Диаита какая-то. Не надо недооценивать силу чужака. Остановите любой ценой. Если тебе не удастся, Диата, ты разделишь судьбу капитана. Конечно, госпожа Сэнда. Я брошу на врага всех твоих дров. Да. Так. Следующий. Следующий. Ну-ну. Что мы тут вышли? Куча бутылок еще. Давай все пособираем. Эти доспехи опять забирать в сумку. Я не знаю, сколько это. Контейнер уже полон. Слышишь? Сердце вот этого дроу. Эти бутылки сюда. Корган как по бутылкам. Отлично. Все, у тебя второй мешок. Всю эту штуку ерунду складывай. Это Джошуа. Это сюда. Это не знаю. Мази давай. Мази и так бутылки полные. Ну-ну, сколько еще на нас отрядов дроу? Бросят, мне просто интересно. Что хотел сказать? Вот, ребята, все нравится, все отлично. Особенно мистическая составляющая, просто великолепная. Но игра превратилась в какой-то, не знаю, экшен-боевик просто. Мы выносим их просто пачками. Просто пачками. Это уже не ДНД второй редакции. Это какой-то реально боевик фантазийный. Вот. Как-то непривычно даже, что это Baldur's Gate такой у нас. М? Слышишь, что тут еще осталось? Просто такими, такое количество дров, ну кто может, ну это не, в ДНД такого уже нету. ДНД размеренный геймплей, там пришли, сразили босса, одного, один босс, это уже, там, один дракон, это уже как бы считается... Там левелы у партии должны быть, по-моему, от 8-7 с натяжкой, чтобы убить дракона, попытаться, только попытаться. Это серьезно же все? Тут просто пачками, я не знаю, я надеюсь, не будет пачки драконов тут, правда, потому что вот это я могу реально не потянуть. О. Пока что там на каких-то классических стандартных заклинаниях мы отбиваемся. О.
Ну вот с лечом были уже проблемы. Давай тут все обыщем. Круг подсчета делаем. Поиск ловушек работает. Говорят, что сейчас на нас все силы бросят. Да. Но бросают действительно дроу. Дроу. Влетаем туда, что надо по ним сандалить. Тут уже шутки они не шутят. Действительно бросают все силы. Комету прямо в центр. Янсен, тарнеп рефлекс потом будешь. Сферу хаоса какую-то. Тут Вика, а, ты можешь стрелять еще, на. И пробили Янсена, кто посмел. Янсена пробили. Стреляют из арбалета по нему, да? Давай выпей бутылку, отступи мне. Не надо. У них жрица здесь. Вот эту жрицу надо выносить в первую очередь, наверное. Фокус по ней, ребята. Кто-то там телепортируется усердно. Не допустить этого просто. Готово. Так, кто-то кастует еще заклинание тут. Не смейте никаких заклинаний не допускать. Тут что-то призвали. Что тут появляется? Теркапа кто-то призывает. По-моему, жрица еще одна тусуется, а вот в невидимости сидит. Давай выноси их всех. Что тут сделать? Ну давай вихревую атаку. И что, и просто их на куски порвешь. Да. Вот просто вот эти эпические уровни, эти эпические обилки. Мне хочется в Neverwinter поиграть. Когда я эти все обилки вижу, ребята. Опять куча лута. Кстати, хотите в Neverwinter первый, а? Там Enhanced Edition вышел, но я его еще не пробовал, не знаю. Это такие очень дальние планы, потому что есть по что играть, будет голосование про следующую игру. Ролевую такую. Но я и в принципе не против Neverwinter вспомнить это, потому что великая игра. А, конечно, вот это я не знаток третьей редакции, там я не смогу настолько хорошо, наверное, рубать. Но пофаниться в нее можно очень круто, потому что это великая, величайшая игра. Фэнтезийная. И настройка персонажа там настолько гибкая в этой третьей редакции. Мне вообще больше хотелось бы сделать Шторм Зеира. Это там какое-то третье дополнение ко второму Neverwinter. И еще такая вещь. Я не проходил второй Neverwinter. Я его начинал два раза и... Короче, второй раз у меня я баги какие-то словил, там какой-то капитан паладинов не заспавнился, потому что второй раз я играл за злого персонажа, не знаю. Я потом читал там кучу этих багов. Вот. Ну, единственное, что мне там не нравится, это очень плохая камера, и надо это вертеть, эти режимы, вот это особенно во второй части отвратительно камера сделана. Ненавижу, когда надо камеры самостоятельно крутить, больше нравится. Когда изометрия полная, то есть, и ты ничего больше не делаешь. О, ну, может, вправо-влево бы сделали и все. А там прямо полное такое типа 3D. Не знаю, на графику всегда было наплевать. Сколько я этих вакизажей уже забрал, я даже не знаю. Бутылок миллион просто. Посмотрите, просто я это все лутаю. Мы играли, когда тени Амна, то вот эта кольчуга, это ж было просто... Ну, не знаю, редкий предмет, который там в конце игры такой получили, только когда в Сулден СЛР пришли. Да. Янсен, бутылку, пожалуйста, мне. Остальные регенят. Ну, давай свою армию, дроу, сохранимся, правда. Вдруг армия будет большая. Так, Сендай. Куда они сходили? Вниз не сходили. Дуем вниз, все ускорены, что тут проход какой-то. Непонятно, куда он ведет. Ну и тут проход еще могут быть с ловушками, всем все дела. Давай поставь тоже свою ловушку, Янсен. Ловушка установки времени. Надо им на самом деле уже читать, учить заклинание остановки времени. Это на всякий случай. О, тут серьезно все, надо перегруппироваться. Хаотические команды не работают. Спасбросок проброшен и заклинание сработало. Янсен. Ну что, сандалим туда? Не знаю. Жгучее облако какое-то. Та-та-та-та-та, Янсен. Сколько секунд-то у тебя, а? Не знаю. Что, жгучее облако? Что еще туда засандалить? Это ледяную бурю куда-то какую-то такую-то. Та-та-та-та-та, Янсен. Я думаю, все. Что? Аллергия небольшая у меня. Ну и замедление какое-то. Кинь туда еще. Прессия, Ария, Феро полетела. Все, перегруппировка пошла, они там подохнут просто все в этих бурях.
Так, хаотические команды мне организовать тут не надо. Если еще и летиды пойдут, то я просто не выдержу. На Коргана, на Коргана. Коргана, на Коргана хаотические команды. А Джошока стоит на себя. Железных кош не осталось, зато осталось спел, который очень хочется попробовать, а именно... это, господи, это... О, пламенная броня, вот это пламенный страх, или как он называется там. Этот готовый. Этот готовый при смерти. Всё. Не подходят просто и погибают. Да. Ну давай, бурый уволень. Просто мясо происходит, не знаю, какой-то Warhammer Fantasy Battles просто происходит, ребята. Такие кучи мы ложим отрядом из 6 человек. Ох, какие еще заклинания надо, тут защита от страха у нас закончилась, ее надо обновить. Сохраниться не могу, Вика. Иди сюда, читай зону чистого воздуха. Ее надо тебе вторую взять. Или может Джошуа надо это заклинание взять, чтобы у нас было. Если по нам такую гадость зачитают. Мне тут не надо. Мне тут не надо. Может Блэс еще какой-то кинь. Классический. Да. Песни поднимают там спас-броски. Ну, у нас и так они неплохие. Вот. На этих уровнях. Какие-то защиты зачитать. Ну давай. Все, вот так. Песня пошла. Что тут? О, какая-то дверь. Интересно, что тут непонятно. Ну, две двери. Кто-то застрял. Мази испугалась и застряла. Дуем в эту дверь сейчас. Посмотрим, что там. Может, убежище элитидов, а? Давай, вскрывай. Что там произошло? Не знаю. Заходим, короче. Заходим, посмотрим. Так. А, это жрица, да? Где это? Ну, давай, что? Я знаю тебя, Джош, и у тебя есть власть, но ты не дроу. По воле Сендай ты здесь умрешь. Да что ты не говоришь? Постоянно это слышу. Твои угрозы беспочвенны. Тупица, я дроу. Ты ничтожная мерзкая тварь. Сендай может не беспокоиться. Я уничтожу тебя. Войди в палаты Огримоха, если осмелишься. Победи его, и я лично тебя убью. Огримоха это кто такой? И что, и она исчезает? Открывает дверь меня тут, да? Yes. Идем к Огримоху. Это Огримох? Это большой элементаль земли. У меня было кольцо управления огнем, кажись, да? Идет сюда. Этот опасный, жесткий может быть. Надо какую-то защитную гармонию как минимум. Минимум. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Серьезные раны. Что-то ничего он из себя не представляет. Где там ваш Огримох? На кровь и... О, вот это! Принц земли у нас. Посмотрите. Ну, кастовал на себя каменную кожу, слышите? Жесткий. Ну, давай сражаемся с Огримохом. Все трясется. Ох, ничего себе удар. Да, Огримох, слышите, неплох. Надо перегруппировываться. Огримох ваншотнуть может мне Виконию. Викония замедлена. Виконию, убегай. Что с ним делать? Железной кожи уже нету, да? Еще защитную гармонию. Виконий класс защиты. Я не знаю, Берса читай, наверное. Магии по нему. Может с него снять какие-то защиты, а? Понижай сопротивление, например. Огримох, потому что жестенький у нас, молодой человек. Лабиринт вряд ли поймем. Сжатый кулак Бигби попробуй. Так, ух, Виконий дал по голове просто. Виконий отступает. Мы его тут можем не взять, ребята. Давай, супер. Вот эту. Ты под Берсом? Ты под Берса еще не успел засчитать. Ну что, вноси по нему. Он без повреждения. Он уже регенит тут у нас. Не допустить мне тут регена. Сейчас убьет Виконию у меня, слышишь? Виконию пьет бутылку. Отступает на два шага. Бигби пошел. Серьезные раны. Корган, лупи его давай. Так, Скулбрейкер. Серьезные раны. Фокус по нему. Джошу влупил тоже нехило. На 44 хп. Танкуй, руби его, ты там жесткий, убил меня Джоша, ваншотнул просто. Ну и сам тоже слег, да, жесткий молодой человек. По пол хп сносил. А Гримох неплох, что там у нас, автосейв? Автосейв, ребята. Что делать? Ну тут железную кожу надо считать явно. Заходим, сейчас разберемся с ним. Может магическим средствами можно ловушек поставить, на самом деле, и не париться.
Да, постоянно слышу. Постоянно. Тупица, Яндроу. Да, что ты не говоришь? Подумаем. Аура пламенной смерти. Давай попробуем затестить. Главное, чтобы она по своим не била. Пошла. Давай попробуем. Что еще можно сделать? Призвать Джелона, например. Тут какую-то бутылку силы, кстати, Джо, что тебе тоже не помешает. Тебя по силе как двадцатник. Давай сюда. Этого парня надо быстро. А, зелье поглощения. Сопротивление против дробящих атак. Этих сколько у нас зелий? Одно. Ну, попробуй вот это, например. Поглощение. Если он, конечно, бланд атакой атакует. Заходим туда и валим их просто. А гримоха тут вызвали, да? Вику пробили. Главное, чтобы меня не убили тут никого. Так. Все, валим его. Без повреждений. Так, удар. Ну, Коргана он пробил капец просто. Корган пьет бутылку. У него разброс такой, наверное, по урону. Корган отступает. Что сделать? Что надо с него резисты снимать, во-первых. Во-вторых, попробовать. Должна стрелять сейчас, наверное, как не в себя, ты не можешь. Здесь бутылки силы. Нет, ты просто стреляй по нему. Как он себя чувствует? Легкие раны. Слушай, лупи его просто. Тут Вика надо, да, чтобы ты была под силой тоже, да. Ну и можно защитную гармонию, которая не поможет. Корган, капец, судя по всему. Корган под защитной. Так, что там у него? Легкие раны. Надо еще диспел на него боевой зачитать. Вдруг у него там какие-то бафы были. Ускорение есть. Диспела боевого нету, ребята. Мне лень читать, что он там на себя накастовал. В Бигби попробуй, чтобы его хотя бы удержать. Лупит он, дай боже, просто. Так. Получает легкие раны все еще. Я не знаю, Джоша уже его лупит. Не в себя. Вихревая атака пошла. Так. Мази попадает. Ян читает заклинание. Спас бросок от смерти у него успешный. Попал по Виконии. Виконию надо перегруппировать. Ловушка срабатывает. Джоша бы ударил. Капец просто. Выпил бутылку. Готов вроде, да? Готов, огримох. Ну и что, осталось? Великана, ну и что, вот весь твой огримох. Перегруппироваться, потому что к сражению не готовы. 10 тысяч опыта за него дали. Плотный достаточно. Плотный. Чуть не убил. Говорили, чуть не убил. Два исцеления использую, там какие-то взрывы, что происходит? А, тут нас еще, наверное, пробивало этим, но мне надо исцелиться. Давай выходим отсюда. Вторую дверь открыли нам, да, посмотрим, кто там у нас. С меня еще бафы послазили все. Что надо? Ограждение от смерти, общий хил. От электричества, от огня. Не знаю, от огня не то, что нужно. Вика, Вика, давай ты силу зачитаешь, действительно. Не будем спешить. Не будем спешить. Тут надо выпить еще пару бутылок. О, ХП было побольше. Вика силу зачитала, зачитает еще общий хил мне. Здесь защитную гармонию. Призыв этого меча, наверное. Что еще? Какое-то ускорение. Каменную кожу можно на себя. Тут что, Ян Янсен у тебя? Сразу давай истинное зрение. Не знаю, вдруг там что-то жесткое. Сохраняемся и дуем туда. Во вторую дверь. Посмотрим, может там огримох номер два. А. О, тут вампиры. Да я-то, возможно, ты можешь сразиться с принцем духов и победить его. На меня так нелегко убить. В атаку мои миньоны. Это вампир, а вот это демон, по-моему. Ребята, тут... О, тут неплохо, слышите? Мать Улья, рыцарь-демон, сама Деята, вампир и... Обещают. Это жесткие ребята. Так, ну, бихолдер, это значит, надо щит одевать против бихолдеров. Но сейчас могу не потянуть эту всю пачку, потому что это да. Но у нас, правда, высокие уровни. Надо их по одному выносить. Я все-таки решил перегруппироваться, диспел пошел. По нам вампира мы элементарно заберем. Так, демона не помню, что делать, но защиту от зла у нас есть в радиусе, еще работает.
Викония, тут надо самое серьезное заклинание, которое у тебя есть, прямо сюда в дверь сандалить. И тут, Имаен, надо еще комету сюда где-то в дверь засандалить, я думаю. Комета пошла, демон вообще готов сразу. Летит заклинание мерзопакостнейшее, посмотрите, я не знаю, как его контрить. Мы поэтому выйдем просто отсюда. Так, интересно, оно через двери полетит? Рой насекомых. Перегруппироваться. Вроде окей, все. Имаен, что-то загружено. Имаен. Кто его бросил, тоже непонятно. Может, оно от щита отразилось бы, тоже непонятно. Защиту от страха обнови магическую. Викония, давай какой-то блесс элементарный. И мы тут сохранимся, потому что если это по нам заклинание... Можно бутылок понапрокрывать, сколько у тебя? Две осталось. Слушай, выпей, чтобы у тебя было побольше. Спас-броски. Плюс блесс. Спас-броски хорошие. Джошуа, еще какие-то защиты есть? Великие, а? Защит... От негативного может пойти на Коргана, чтобы уровни не откачивали. А тут у нас... Восстановление, вот это могущество... Снять болезнь, снять паралич. Хаотические команды еще. Не читаем, да. Все, ну бафы пошли. Сохранение очередное. Возвращаемся в проклятую комнату. Интересно, заклинание пролетит сейчас по нам? Оно там вернулось или нет? Не знаю, тут пару секунд прошло, может, раунд. Сейчас заходим, а нам заклинание прямо в лобешник, не? Я вроде все чисто. Янсен, организовать ускорение. Можешь. Что, бихолдера надо выносить? Бихолдер может, мать улья, серьезный бихолдер. Да. Влетаем. Да, вот эту валим. На, получи сюда, слышишь? Так, демон кастует тоже. Не допустить тут мне кастов никаких, слышишь? Сайленс какой-то может быть. Сайленс можно с предметов на самом деле. Ох, под Джошу залетело, слышите? А ты ж под щитом, да? Щит Балдурана отражает лучи созерцателей. Ладно. Сайленс сюда. Полетел. Спас бросок от смерти. Рассеивание эффектов пошло. Мы эту подругу завалили? Да. Демона или Бихолдера? По-моему, надо Бихолдера, ребята, урабатывать. Потому что опасно немного. Она еще ваншотнуть может, захавать же. Так. Вика оглушена, пьет бутылку. Слышишь, выруби мне этого демона. Тут мне он тут мешает только. Да? Ух, на Вику тут насылают. Кошмар просто, она оглушена. Мать, Улья, легкие раны. Джош под страхом, господи, это что началось? Снимай страх. Магическим заклинанием. Давай, мать, этого Улья, надо ее вырабатывать, слышишь? Лабиринт ее, не боюсь, что это. Оглуши ее тоже, попробуй. Дай заклинание, Янсен, быстрее, потому что только Корган работает. Сейчас, в данный момент. Она получает. Корган Берсерк. Диспл пошел. Так, оглушение не сняли, у Викони откатили уровень, Викони убьют сейчас. Не могу ее спасти, могу. Только если Имаен не опростоволосится. Убили Виконию. Смогу воскресить? Смогу, вроде были спалы. Так, Матюлья получает, Корган получает, тоже уровень откатили. А, ну на нас диспл пошел. Понятно. О, господи, у Сарева каш был этот. Жезл воскрешения. Сколько? 129 хп, нормально. Да мне этого демона надо, чтобы ты его убрала мне тут. Мне тут не нужен. Тяжелые раны, и надо диспл еще читать. Янсен. А что у демонов было? У демонов там куча сопротивления. Давай сюда подставного. Лабиринт кастует, слышишь? Бросай спас-бросок, слышишь? При смерти уже. Корган в лабиринте. Джошуа остался один. И Джошуа сейчас убьют просто. Завалили. Демон остался. Так. Под крепа пришла большая гусеница, посмотрите. Джошуа при смерти. Всех завалили. Фух. Неплохо. Свободу зачитывай. Слышишь? Нету свободы, да? Он может с лабиринта сам выйдет, я вот этого не знаю. Свобода тут была у тебя. Еще одна. Нету у тебя свободы. Воскрешать и тоже никто не может.
Ну, надо переписывать заклинание отдыхать, да. Я надеюсь, вещи не пропадут. Из лабиринта вроде должен выходить Корган, из такого, из маленького. Да, вышел с качанными уровнями. Воскрешение там есть у меня? Нет у меня. Ну, общий хил какой-то. Вита Мартис. Свиток был вроде бы. Я всегда его с собой должен носить. Не, свиток восстановления был, я воскрешение не покупал. А жезл воскрешения был у... Слышь, а мы сейчас поднимем иконию вообще? Какой вопрос. Так, уровни восстановил, устал. В книгу в твою лезем. У тебя воскрешение есть-то? Это твоя железная кожа сопротив... У тебя нету воскрешения, молодой человек. Я его тебе не брал, Виконя тут готовая у нас. Получается, да? Я ее никак не подниму. Ну, в храм пилить, а храм далеко. Надо загружаться, короче, ребята. Нету заклинания у друидов воскрешения. Это же железная кожа, да. Надо загружаться, еще раз сыграть, потому что я ее не подниму. Автосейв, я надеюсь, записался. О. Ну, иначе пилить в храм, короче, и... Это, и из храма... Господи, может, квиксейф надо было читать, не знаю. Мы забафаны сейчас, мы заходим туда еще раз. Так, что делать? А, выманивать, наверное. Выманивать. Причем выманивать давай похитрее сыграем, раз они дисплы тут такие бросают. Ян Янсен, давай мне ловушку. Да, одну сюда. Сныкался. Подошел. Тут что это избежать смерти. Вот тут еще ловушку поставь. Не, мы их выносим, надо решительнее просто. Причем тут, наверное, мать Улья представляет большую опасность. Может быть, даже жрица. Жрица. Вот это проклятая. Все бутылки были выпиты, да? От хаотических, от негативного. Ускорение надо. Ускорение надо, Ян Янсен. Попробуем сейчас тупо на дурку еще раз забежать. Вот. Что еще можно? Барьер клинков можно на Вику, например. Чтобы она просто в них влетела. Или ауру пламенной смерти на Джошуа, чтобы он влетел. У тебя ее уже нету. Защиту тогда от негативного на Вику. И Вика читает барьер клинков. Вот так вот, и туда влетает. Под ускорением самостоятельно. Янсен, общую невидимость еще дай. Слышишь? Так. Вика невидимая туда залетела. А попробуем сейчас так. Все, сохранение. Вика под силой? Я надеюсь, да. Под силой ты? Да, под силой. Ну, побежала. Невидимая, что не бачите, а? Ля-ля-ля. Демон ее видит, посмотрите. В лупе этой подруги. Так, а, и сняли все бафы. И все, и демон заходит на нас. Ну давай, теперь с демоном так просто не будет. Вика еще проклята. Все бафы с нас действительно слетают. Угу. Ловушки сработали, демон готов. Бафы надо повторять, потому что Вика под проклятием. Провал заклинания у нее. Бафы сейчас сильно не повторим. На самом деле, ребята. Хорошо задиспелили они. Ну теперь должно быть попроще. Бихолдера возьмем и жрицу возьмем. Сохранился. Главное, что демона уработали. Так. Выносим ее. Легкие раны. Отражаем лучи созерцателя. Кто тут такой? Янсен. Ты мне тут отступи. Ты мне тут не вздумай выпендриваться. И все, и бихолдера надо выносить. Руби его давай. Мать Улья. По Вике дала, слышишь? Виконя говорит... Не сметь тут выпендриваться. Подходит к нему. Сейчас опасно, кстати. Может, он опять кого-то ваншотнет меня. Не, готов. Все. Неплохо. Неплохо жрица подготовилась, ребята. Тут, да, действительно, шутки не шутит. Посмотрите, какой шмот с него падает. Это, по-моему, дроу вещи. Это большой щит черной стали, сделанной из дворфийской стали. Зачарованный тяжелый щит дает больше защиты, чем большинство доспехов. Легенды говорят, что его должны были подарить дворфу герою Глимреду тяжелой руке, но он исчез в недрах шагающих гор.
до того, так как работа была завершена. Когда Глимред исчез, щит продали на аукционе, хотя кузнецы-дворфы отказались назвать имя таинственного покупателя. 10 сопротивления огню, холоду, кислоте, яду, плюс 5 классу защиты, просто неубиваемый. Кто-то у нас будет. Это кто-то, Викония будет. А тут щит, тут тоже плюс 5 классу защиты. Этот Джошу можно передать. А полный доспех на дроуски похож. Тут давай кинжал, вернее, пока что тебе не надо таких защит. Бутылку можно будет выпить сейчас. Это потому что еще ж не конец, да? Ох, бутылок мы понапропивали. Так, ребята, это доспехи. Это полный доспех дроу плюс 5, класс защиты минус 4. Но пока в андердарке можно его напялить, не знаю, на Кургана, например. Минус 10 класс защиты, пусть рубится. А тут у него сопротивление холоду. Такое. Во. Только главное не забыть снять. Ну и тут двери открытые. У демона меч остался. Какой-то плюс 2, наверное. Плюс 1 всего лишь. Но демон жесткий. Тут ничего не поделаешь. Опять мы пробиты, опять надо бафы какие-то считать. Но я даже не знаю. Что-то элементарное снова. Силу себе кастани здесь. Это защита от огня на Коргана. Здесь, господи, уже ничего нету такого, да? Здесь в предметах у тебя ж куча, да? Каменную кожу на себя сделай. Здесь сделай в предметах ускорение, улучшенную спешку. Здесь, о, аура команды. Защита от кислоты, например. Не знаю, на себя. Так, Джошуа, ну мало заклинаний. А тут и осталось что-то? Нет, только превращение в убийцу, не хочу этим пользоваться. Ограждение от смерти, вот это заклинание уже очень важно. На себя хотя бы. Так, ну и блессы какие-то элементарные пойдут. От негативного плана тоже надо читать. Негативного, почему-то на них двоих она засчитана. Хорошо. Ну, блэс давай элементарный какой-то. Сохраняемся и заходим дальше. Что там, сендай следующая? Ну, потому что тут неплохо этих уработали, ребята. Ускорения нету, есть бутылки ускорения, если что, выпьем просто. Вихревых атак не осталось, правда. А потомок Бала должен на потомка Бала идти один на один с голыми руками просто. Капитан Игисах, и так ты один из тех, кто причинил столько неприятностей. Признаю, твой вид не впечатляет. Я пришел за Сендай, отойди или умри. То, что ты пришел так далеко и убил столько многих, сильно обеспокоило мою госпожу. Если мне удастся тебя победить, получу достойную награду. О, капитан, мой капитан, говорит зритель. Почему ты так ко мне обращаешься, созерцатель? Ты очень странно выглядишь. Мне нужно скорее доложить об этом госпоже. Не принимай во внимание, мне всегда хотелось сказать это, а ты расстраиваешься. Просто комментарий, прежде чем этот потомок Бала превратит тебя в кашу. Не обязательно, что так будет, говорит капитан. Ну да, к тому же в том невероятном случае, если тебе все-таки удастся убить потомка Бала, не отправится ли Сендай к матронам-матерям, чтобы загробастить своими жадными ручонками всю награду? Ты говори правду, мой одноглазый друг, я бы скорее прописал эту заслугу себе, у тебя есть предложение? Я просто думаю, что было бы намного лучше, если ты сразишься с Джош один на один, тогда ты сможешь сказать, что убил его сам. Даже матроны не смогут это опровергнуть. Парады, золото, новая дыба, все это будет твоим. Люблю хорошую драку, не беспокойся, дело в шляпе. Я случайно есть со мной маленькое заклинание обета, проигравший умрет вместе со своими союзниками в этой комнате. Ты играешь, принимаю условия. Если все готовы начинать, прочту заклинание. Так, когда один из вас погибнет в бою, все, кто пришел с ним, тоже умрут. Читай заклинание, созерцатель. Начнем немедленно, Джош. Приготовься. Я без спылов, ребята. Плохо дело. Посмотрим. Он с двумя мечами. Мне железная кожа тут нужна, чтобы его победить. У меня там щит какой-то дикий был. Если инвентарь не отберут, то шансы есть, в принципе. Капитан Дроу может быть очень жесткий. Так, смотрим, что у нас есть. Мечи, есть щит у Вики. А, я только своим могу пользоваться. Ну, бутылку силы надо пить, наверное. Это сюда, например. Бутылка изоляции сейчас не поможет. Что у нас, в принципе, еще есть?
Изоляция есть зелье, масло скорости есть зелье, героизма есть. Так снижается длительность 10 ходов. Вот что может быть серьезнее? Можно выпить зелье невидимости на самом деле. Масло скорости. И также же ускорен. Зелье проворства еще вот важно. Почему? Потому что ловкость повысит до 18. Жезл этот убери, он пока что не нужен. Я не знаю, какое первое пить. Но то, что их надо пить, тут, ребята, это... Думаю, я первое попробую выпить зелье невидимости. Чик. Меня не видит. Хорошо. Скорость или проворство? Проворство, чтобы повысить класс брони просто. Идет на меня, посмотри. А пробивает уже, да? Я выпил бутылку ловкости, R. Выпил ловкость. Надо силу еще выпить. О, он кастует что-то, слышишь? Без повреждений. Надо еще бутылку силы выпить, капитан. Подожди, что ты там кричишь? Все кричат, вболевают. Бульк. Так, 22 сила. Богатырская. Подожди, раунд должен пройти. Дроу медленный достаточно, Джошуа быстрее. Во имя Лоут мы сражаемся, что ты не говоришь? На тебе рок. Ты не попадал. Сопротивляется. Ну ты вовремя, конечно, да? Минус 13, класс защиты, пошла драка. Да, получи легкие раны. Я думаю, без проблем. Пробивает меня все-таки. Можно чаю попить. Он зелье пьет. Свет тоже выпью. Серьезные раны. Тоже выпью. Воруби его, что остановился. На, получи. Да-да, как он? Тяжелые раны. Мы побеждаем. Но он пьет хорошо зелье, слышите? Я тоже выпью. Да. Джоша, а что ты иногда перестаешь атаковать? Сейчас он хорошо пробил. Пить бутылку. Все, мы на фул при смерти. Победа. Готов. Шо, Бихолдер, теперь всю остальную пачку надо развалить, да? А, ты теперь за нас. Ха, и так это закончится. И моя служба этому конкретному дроу-болвану. Я хочу сказать, что с этими дроу им больше нечем заняться, кроме как призывать меня и давать глупые задания. Как тебе удалось выжить тут с дроу? Ах, вот как, ты действительно думаешь, что я буду читать заклинание обета на себя тоже? Это было бы глупо. Что ты собираешься делать теперь? О, ты знаешь, найти ближайшие ули и наведаться к дамам, как обычно, а ты? То же самое. Правильно, не принимай на свой счет, но мне пора идти. Зов природы и все такое. Только если можно тебя попросить, не обрушивай крышу, пока я не уберусь отсюда. Договорились, я думаю. Как в боевике, ребята, просто в комическом боевике, на, куда нас там перенесли? Так. Диата мертва, и проклятый потомок Бала подходит все ближе. Митикиль, мой союзник, ловец разума, ты должен остановить глупца, прежде чем он пойдет дальше. Не машина меня щупальцами, Митикиль, у меня нет выбора, мои фавориты убиты, даже мою жрицу уничтожили. Если ты хочешь насладиться мозгами тех, кого поработил Баал, ты должен выпустить своих элитидов на дитя Баала, которое вторглось в мои владения. Ты не должен позволить чужаку войти в моя святая святых. Так, следующий. Короче, у нас комедийный боевик, да? Мы продолжаем, должны продолжать продвигаться. Что там дроу было у тебя? Тетива короткого лука, слышишь? Это артефакт. Это у нас артефакт. Тетива Гонда. Гонд, приносящий чудеса, бог и открытие инноваций, создал чудесную тетиву, чтобы уничтожить, улучшить точность даже самых мощных магических луков. Неплохо. Можно рвануть, передохнуть, я думаю, мы заслужили. Да? Остальных дров лутать? Что у них тут было? Не могу их залутать. Да, надо, я думаю, в план. Ребята,
Ну да, элементы комедии тут тоже неплохо присутствуют. Я думаю, серия неплохая, достаточно длинная, и в следующей мы уже продолжим. Сейчас я еще к Цеспинару схожу. О. Я думаю, к Цеспинару в следующей серии, может, он что-то скует. Бутылок понапропивал Джоша, что сила повышена. Ну. Этих бутылок надо, короче, закупить и не париться просто. О. В следующей серии, ребята, увидимся. Приобрела группа предмет еще какой-то. Щит этот снимаю, сейчас надо щит против бихолдеров. А не, сейчас не, сейчас надо просто вырубать пожирателей разума будет. Пожиратели разума, ну, защита от хаоса, Ласт Тигра. Спылы давай перепишем. Хаотические команды, вот это может помочь. Общий хил. Общий хил убираю, еще одни хаотические. Вика, тут у тебя одни, оживление мертвеца одно. Одно удаляю, как ни странно, еще хаотические. А у тебя тут было общее поднятие этих воскрешений, это не то. Какое-то у тебя дикое было заклинание, а я его тебя не взял, да. Вместо вендетты давай воскрешение одно на всякий случай. Регенерация у тебя тут. Что против элитидов еще? Надо спас броски повышать. Ребята, сила, да все пойдет, все то же самое. Магов ничего не меняю, стрелять сейчас мази надо будет, дай боже просто, лети до опасной. В следующей серии, ребята, трон Баала, Сендай, мы отдыхаем, Сендай тоже отдыхает. Ну и отдыхают ее приспешники, которых мы уже уработали. Вот. Если день кончился, то уж кончился, хочу отдохнуть, попробуй только мне возразить. Цеспинар, Эля моим гостям, увидимся.